В Чувашии завершилось масштабное антитеррористическое учение. В рамках мероприятия отрабатывались действия силовых структур по пресечению террористических актов на особо важных объектах. 27 мая в Чебоксарах проведен завершающий этап антитеррористического учения. В его рамках группа условных диверсантов осуществила захват заложников на одном из объектов топливно-энергетического комплекса республики и выдвинула политические требования. В Чувашии незамедлительно приступил к работе оперативный штаб под руководством начальника управления ФСБ России по Чувашии Сергея Сафронова. Им было принято условное решение о введении в Чебоксарах особого правового режима и проведении контртеррористической операции. Оперативным штабом была обеспечена безопасность населения, спланированы и осуществлены конкретные действия по пресечению теракта и обезвреживанию вооруженных преступников. Считаем, что цели тактики специального учения «Молния» достигнуты. Я, как руководитель учения, в целом положительно оцениваю результаты учебной контртеррористической операции. В завершении учения Сергей Сафронов поблагодарил руководителей силовых структур и органов власти республики за слаженную и эффективную работу.